Работа следователя отнимает почти все свободное время. Приготовить завтрак и собрать ребенка в детский сад у Ирины Гуреевой получается не всегда. Поэтому Варвара радуется, если удается побыть с мамой. У меня мама очень хорошая, работает в Следственном комитете следователем. Она вечером поздно приходит домой, я ее жду. Ирина Гуреева родилась в Михайлове, там окончила школу. Потом поступила в Саратовскую юридическую академию, получила диплом. Пойти на службу сразу не смогла, ждала появления ребенка. Первое место работы – Михайловский межрайонный следственный отдел. Ее работу заметили и перевели в Рязань. Несмотря на то, что Ирина девушка хрупкая, дела ей достаются самые сложные. Например, в короткие сроки она раскрыла дело об изнасиловании. Преступление произошло в Рыбновском районе. Иностранный гражданин увидел вечером на улице женщину, возвращавшуюся домой, и пошел за ней. В дом проник он незаконно через окно. Окно было у женщины заделано полимерным материалом. То есть он полимерный материал повредил, через него проник, зашел туда. Однозначно осознавал, что не входить туда нельзя. И предполагал, что женщина находится уже в престарелом возрасте, находится в беспомощном состоянии. И на его желание о вступлении с ней в половой контакт она ему однозначно ответит отказом. Однако все равно проник он в дом и совершил изнасилование. Женщина боялась огласки, поэтому рассказала о случившемся подруге, а та в администрацию. Сотрудники сообщили в правоохранительные органы. Мужчину нашли, и он сознался в содеянном. Расследование, допросы, проверки показаний, когда Ирины нет, с дочкой сидит бабушка. Ирина общается с ребенком по телефону и через соцсети. Ребенок меня понимает. Ребенок у меня уже для своего возраста взрослый, 6 лет. Все уроки, все игры, все в нерабочее время, вечером. Совмещать все благодаря, наверное, нашим средствам связи. Все телефон, все социальные сети. Больше так. Но это не сказывается на наших отношениях с ребенком, на моем воспитании ее. Если Ирина возвращается домой раньше, занимается с дочерью, они вместе играют или рисуют. К дню матери Варя подготовила для мамы особый подарок. Эти картинку рисовала с днем матери. Спасибо тебе, красивая. Это мне праздник? Да. Спасибо. Умница. Эти выходные Ирина и Варя проведут вместе. Они поедут в Михайлов с бабушкой. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».